наши гости, я вижу в этом замечательном зале, конечно же, уважаемые преподаватели и гости Ивангородского гуманитарно-технического института и Ивангородского гуманитарно-технического колледжа. Добрый день, дорогие друзья! Всероссийским праздником, Днем знаний! Огонь начинает в сердцах разгораться. Блеснет искоркой робкой, полыхнет, загорится навек. Это значит, дорога к познанию должна открываться, и открыта она будет каждому тысячи лет. Все эти годы огонь с каждым днем разгорался. По крупинкам, по слову, он в жаркое пламя слагался. И пусть никогда, никогда огонь знаний не гаснет, знаний путь открывает дорогу нам дальше. Александр Георгиевич Евшин. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником. И не только от своего имени, а утром нам позвонил президент нашего университета и ректор нашего университета и попросили меня и от их имени вас поздравить. Поэтому я хочу вас поздравить не только от своего имени, но и от их имени. И пожелать вам начать, я так понял, что у нас тут пока первокурсников больше всего, начать свой жизненный путь, взрослый жизненный путь, успешно и удачно. А для этого у нас и у вас все есть. Мало того, что наш университет является одним из самых элитных вузов Санкт-Петербурга, но я хочу сказать, что и у нас в институте тоже очень много полезного. Хорошо, что я много здесь вижу родителей, это из ваших детей, успешных и удачливых в этой жизни. Спасибо. Глава муниципального образования Кингисеппский муниципальный район. Глава муниципального образования Кингисеппское городское поселение. Попечительского совета ЭГБО Сергеев Александр Иванович. Позвольте мне поздравить вас с этим замечательным праздником, Днем Знаний. Я с полной уверенностью и гордением говорю о том, что вы сделали правильный выбор, выбрав наш вуз, пришли учиться в стены этого замечательного учебного заведения, о чем сейчас директор говорил. Кроме всего этого, я бы хотел вам передать самые искренние, самые добрые пожелания председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина. Он сегодня с официальным визитом посетил Кингисеппский район, совершил прием граждан, а также принимал участие на линейке в 4-й школе. Конечно, вы находитесь в начале своего пути, но путь интересный студенчества. И замечательный, и прекрасный. И в городском совете депутатов в аппарате, и в районном совете депутатов в аппарате юристами работают выпускники нашего университета. Дорогие друзья, еще раз вас поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю вам всем успеха, благополучия и возможность реализовывать здесь себя, в этом замечательном, прекрасном университете. С праздником! Александр Юрьевич, поздравить вас с началом учебного года, и я выполняю свое обещание, я дарю в нашу библиотеку свой роман «Блондин с зелеными глазами». Ивангородский гуманитарно-технический институт был организован в Ивангороде в 1997 году. В своем нынешнем виде наше учебное заведение было организовано приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 апреля 2000 года.
Наше учебное заведение находится в одном из исторических мест Ивангорода, которые, мы уверены, станут достойной сменой студентам старших курсов и будут гордиться своей альма. Константин Петрович Платонов. Уважаемый Александр Георгиевич, уважаемый Александр Иванович, уважаемый профессорско-преподавательский состав, уважаемые студенты, родители, сегодня действительно замечательный праздник, День знаний. Сегодня услышал такую цифру утром. 22 миллиона учащихся и студентов сегодня сели за парты. Представляете, 22 миллиона. Это огромная цифра. Наверное, я завидую вам, что вы сегодня студенты. Я трижды, в общем-то, был студентом, когда заканчивал техникум, когда заканчивал один институт, когда заканчивал второй институт. И вы знаете, я, ну, немножко, наверное, с жалостью вот думаю о том, что это время ушло. Знания, они пригодятся и вам, и той малой родине, где вы будете работать, где вы будете приносить свою пользу. А это действительно очень немало. Всех благ вам, в путь к знаниям. Спасибо. Спасибо большое, что сегодня ваши сердца переполнены волнением перед новой жизнью. Ведь впереди у вас новые встречи, новые друзья, пары, зачеты, бессонные ночи за учебниками, сессии. Поверьте, так было всегда и у всех. И настроение, и ощущение волнений те же. Но как бы ни сложилась ваша студенческая жизнь, вы должны помнить, что самое большое поприще – это служение добру и правде. Уважаемые коллеги, дорогие студенты, я, как самый молодой из заместителей Александра Георгиевича, хотел бы сказать несколько слов от, так сказать, лица молодого поколения преподавателей и профессуры. Ребята, поздравляю вас, во-первых. Вы сегодня, многие из вас, первый раз сели за парты в ВУЗе. Этот знаменательный день вы запомните надолго. И я хотел бы вам сказать, что все в ваших руках. Вы можете получить здесь отличное образование. Помните, что мир очень сильно меняется. В тот год, когда институт был основан, сам я сел за парту в том ВУЗе, который заканчивал. Тогда все было по-другому. Сейчас у вас гораздо больше возможностей для учебы. В нашей библиотеке вы можете просто скачать, не выходя из дома, имея доступ, любое учебное пособие. Все в ваших руках, и все, помните, что все зависит от вас. Есть поговорка: не бывает плохих преподавателей, бывают плохие студенты. Ну, ей часто пользуются, чтобы, конечно, прикрыть свои пробелы в преподавании. Но, ребята, помните, что без самостоятельной работы, без упорного труда в эти 5 лет вы не станете серьезными специалистами. Ребята, помните, что от вас зависит очень-очень многое. Многие воспринимают 5 лет студенческой жизни как некий классный, замечательный период, когда можно гулять, влюбляться, совершать подвиги, идти на любые безумства. Ребята, вы знаете, я тоже так думал. Потом была работа над ошибками. И у большинства людей, очень уважаемых людей, сидящих здесь, такая работа над ошибками была. Ребята, помните, все зависит от вас. И я хотел бы закончить фразой нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Тяжело в учении, легко в бою. Удачи вам всем! Заведующий кафедры от лица профессорско-преподавательского состава хочу сказать вам, что да, действительно, учиться непросто. Учиться тяжело, как и любой труд, вот, это очень серьезный, тем более интеллектуальный труд. Но здесь все мы собрались только для того, чтобы дать возможность вам познать мир с другой стороны, с той, которую вы еще не знаете. С раннего утра сегодня светило ярко наше солнце. Вот, как будто специально почувствовали, что в России сегодня праздник. В России праздник. И вы знаете, я вот ехал со Санкт-Петербурга, и у меня было такое вот с утра праздничное настроение, и было чувство гордости. Чувство гордости за свою страну. Что в нашей стране есть молодежь, которая имеет возможность спокойно идти в школу, в колледжи, в институты, в университеты, не боясь, что она может оказаться под обстрелом, не боясь еще каких-то тягот и лечений. С праздником вас! Дорогие студенты, сегодня действительно вся наша страна празднует этот прекрасный день, потому что это такая замечательная студенческая пора,
такая зажигательная, которую вы будете помнить на всю свою жизнь. И хочется сказать, что бывает так, что друзья, которые познакомились в институте, остаются друзьями на всю жизнь. Я желаю вам очень весело, очень интересно провести эти студенческие годы, не забывая прикрепить к ним и знания. Те знания, которые вам потом пригодятся в вашей профессии. Вы знаете, ребята, студенты, благодаря вам, благодаря вашему преподавателю довузовской подготовки Кныревой Марине Олеговне, советом ветеранов, мы создали прекрасный фильм о ветеранах Великой Отечественной войны, которые живут в Ивангороде. Заместителя директора Ивангородского гуманитарно-технического колледжа Федосеевой Анне Николаевне. Я хочу поздравить всех присутствующих с Днем Знаний, с этим хорошим праздником. Желаю всем студентам удачи, хорошего настроения, успехов и, конечно же, трудолюбия. А студентов, достойных ваших трудов. Итак, всех с праздником. Будем ходить на занятия и очень крепко ее любить и ценить. Спасибо. В основе любого дела, любой профессии лежат знания. Только знания дают человеку уверенность и свободу в выборе жизненного пути. А помочь добиться успехов и реализовать свои возможности и способности вам помогут наши преподаватели. Дорогие Сорокин Алексей Андреевич. Да-да, девчонки, обрадовались, молодой, красивый преподаватель. Уважаемые студенты, гости, коллеги, я хочу поздравить всех вас с вновь наступившим Днем Знаний, пожелать всем творческих успехов, пожелать всем терпения, усердия и надеюсь увидеть всех вас на своих занятиях. Конечно, это к студентам. Спасибо. Для преподавателей, которые должны дать эти знания, для сотрудников, которые обеспечат этот процесс. В общем, сегодня праздник. Я вас поздравляю. Но прежде чем пожелать всего самого наилучшего вам, я бы хотел сказать несколько серьезных слов. Специалист – это человек, который должен обладать как минимум тремя качествами. Обладать достаточными знаниями, чтобы исполнять свои обязанности. Уметь своевременно и правильно принимать эти решения. И, если понадобится, уметь отвечать за свои решения. Нас всех ждет труд. Прошу к нему подготовиться. И в завершение хотел бы пожелать терпения, здоровья и уважения друг к другу. А вам, студенты, понимание того, что именно на этом этапе вы создаете фундамент для всей своей дальнейшей жизни. Всем удачи, хорошего учебного года. Спасибо. Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтобы вновь попасть туда? Богатые знания, новые впечатления, верных друзей. Пусть студенческие годы запомнятся как счастливая пора вашей юности. Что может быть важнее студенческой жизни? Первой сессии, научных конференций, фраз студента «Халява, приди», встреча и расставание с местом, где студент учился. Абсолютно все, что делают студенты, для меня самое важное. Ивангородский филиал ВУАФ – это особое место, особый мир. Мир, в котором ты забываешь о городской суете, блеклой обыденности и окружающих тебя со всех сторон проблем. В студенческой жизни все по-другому. Никто не говорит, что здесь легко.
Здесь свои заботы, свои проблемы. Мы учимся, готовимся к сессиям, различным научным конференциям, принимаем участие в городских и региональных мероприятиях. И самое главное, мы любим наш вуз. Студенческая жизнь – короткая и мимолетная пора. Это наша молодость. Мы желаем вам успехов и удачи. Надеемся, что с поступлением в наш вуз вас закружит ветер перемен и изменит нашу жизнь только к лучшему. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Сердца людей срывают. Регулярно посещать лекции, семинары, независимо от погодных условий и некачественной работы городского транспорта. Священный огонь нашего учебного заведения, который будет освещать ваш путь к знаниям и профессиональному мастерству. Пусть на экзаменах жизни, экзаменах, даст вам единственный верный совет. Пусть вам запомнятся студенческие дни, радость открытия дарят они этого пламени, яркого пламени, искорку малую в сердце хранят. Мир знаний священных, за которым я словно за каменной стеной. Мир университеты, яркий красок жизни, молодой, навечно и любимый мой. Мир знаний священных, за которым я словно за каменной стеной. Хочется дышать университетом, питаться его силы, жить под одной крышей, корпуса, твои окна, этажи и кабинеты, ты достоин первых полосы любой большой газеты. Все стихи тебе, все песни и сонеты, на все вопросы от тебя я получил ответы. На мир открыл глаза и выдал жизни пароль. Славься, университет, свободные воли. Ты из ярких красок жизни, молодой навечно и любимый мой. Молодой навечно и любимый мой. Обязательно в нашем институте. Любим вас!